Международный велопробег «Москва-Пекин» стартовал в российской столице. Спортсменам из Швейцарии и Германии предстоит преодолеть почти 8 тысяч километров за 80 дней. В составе команды 25 путешественников, которые ежегодно участвуют в велопробегах по всему миру. В этом году их выбор впервые пал на Россию. Этот маршрут станет для них самым длинным и экстремальным. Часть дороги пройдет по пустынной местности, где нет населенных пунктов, а только крутые горные подъемы. Ежедневно планируется преодолевать по 150 километров. Завершится пробег 28 августа в Пекине. Мы должны понимать Россию не умом, но сердцем. Эти слова мне очень нравятся, и мы уже почувствовали их на себе. Здесь люди очень гостеприимные и готовы помочь от всего сердца. Мне 64 года, и я воспринимаю эту поездку как приключение. В моем возрасте у меня остается не так уж много времени, потому я решила отправиться в путь именно сейчас. Другого шанса у меня не будет. Простите, я уже совсем не молода.